Всем привет, ребят. Ну что, вы готовы? Думаю, к обзорчику. Наверное, самые топовые тыковки. Не знаю, правда, возможно, там все-таки новый талант будет покруче, но я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Потому что там есть кулдаун. Если бы там кулдауна не было на каждый удар, это, конечно, было бы мега эпически, но кулдаун 2 секунды, в принципе. Это по сути, что у вас есть какой-то промежуток времени, где не будет срабатывать, то есть 2 секунды, только тогда дается прибавка. Эта прибавка может даваться, когда у вашей тыковки есть там 99%, и получается оно дает плюс 60, но оно дальше не заряжает, потому что она включается после 100 и дальше все. У нас сегодня обзорчик вот такой вот тыквы. Потестируем ее. Этот талант покажу. Может, вы увидите разницу, напишите потом в комментах на замедленном. Посмотрите, сколько она раз ускорится. Я, честно говоря, не смогу это сразу посмотреть. Потом тоже посмотрю, и мы все-таки решим, что же все-таки будет круче. Что мы имеем? У нас было по 100. На 9.9 у нас 130%. Ребят, 130%. Это жестко, реально очень жестко. Сейчас я почитаю саму у меня исцеление. Ну там, по-моему, только добавляется. Да, только добавляется восстановление здоровья 130%. То есть ничего не меняется, плюс 30% всего лишь. Но это не простых 30%. Давайте так, вот у нас есть такая вот воодушевление 8, я вам уже показывал, я его сделал 33 энергии набор, поехали, попробуем, нашел я подземочку сразу же после того, как записал предыдущий видос, у нас есть мясо, давайте так, смотрим, это у нас вот такая вот сборка. Есть, конечно, у нас еще смотритель, пиромах. Ну, как видите, тыковка не так сильно там себя отхиливает. То есть проседает. Возможно, ее даже сольют. Посмотрим. Ну, смотрим на разгончик. Потом еще раз зайдем пару заходиков. Просто первый заходик тестовый такой. Посмотреть приблизительно по времени. Было, не было пиромаха, было, возможно, более точно. Ну, смотрим. Вот 40 секунд где-то так. Делаем другой вариант. Идем в ту же самую подземку. Сейчас внимательно смотрите на разгон, насколько она быстрее, не быстрее. Конечно, тут и стан есть. Возможно, честно скажу вам, что они сейчас даже одинаково пройдут, но думаю, наверное, скорее всего нет. А, нет, сейчас оно будет долго бить. Ну, видите, парамах плюс-минус. Теперь смотрим самого этого мяса, мы будем бить. Это лучше, конечно, тестить на гильдейском боссе, там будет явно видно преимущество. Но, опять же, все рандомно. Нету сейчас у нас такого, как раньше, что там стабильно все. Смотрим просто сейчас пару заходов, побегаем таким вариантом. Именно чисто мясо побить. То есть смотрите именно разгончики. Вы потом на замедленном скажете, как быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, где-то так. Я 6 насчитал сейчас. Сейчас еще раз заходик сделаем. Ну,
Сейчас 7 вроде насчитал. Ну, то есть вот где-то так приблизительно разгоняется. Теперь делаем вот так вот. Тут опять же, это все, ребят, это все рандомно. Чисто для тех, кто любит какую-то статистику, может он для себя что-то увидеть. Я для себя, честно говоря, увидел, мне понравилось. Мне кажется, тут намного быстрее волны, вот если посмотреть, вы в замедленном посмотрите, вот именно частота включения скилла намного выше. Раз, два. И сейчас вот просто пошли тупо разгоны. Вы это, в принципе, думаю, увидели. То есть она просто врывается. Ну, просто бешеная какая-то становится. Сейчас я попробую. Поставим сюда кого-то с серых. Убрать смотрителя, чтобы он нам не мешал. Так. Наоборот, надо зеленого поставить вместо серого. Так, есть. Давайте заходим. Ну, кстати, без смотрителя намного интереснее смотреть это все. Он же у нас давал ускорение. Если я не ошибаюсь, вроде да. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, дальше просто, видите, тупо пошли ускорения. Плюс тут еще, когда бьют, герой быстрее заряжается. То есть тут нюансов, мне кажется, больше. Все-таки исцеление в любом случае, что рунами надо будет, что талантом, от этого никуда не денешься. А вот этот новый талантик, ну, честно говоря, не знаю. Но исцеление мне очень понравилось на ускорении. Потестите у себя, напишите, как у вас быстро, так же она будет ускоряться или нет. Ну, тут, мне кажется, явно сейчас вот заметно, что она намного дольше, вот 8 секунд. Тут плюс-минус, конечно, по урону надо все рандомно. Ну, смотрим. То есть где-то так. Это надо все будет на замедленном потом пересматривать, перематывать и смотреть. Так. Нет, тут явно 4 секунды, 54 секунды мы уже вышли отсюда. Явно мне кажется, что все-таки такой вариант намного быстрее. Тут что-то 53 как-то просели. Ну, критов нет, опять рандомно все. Там надо все смотреть на ускорениях, на количестве включений. Ну, тут вообще просто жестко она разошлась уже. Давайте ради интереса возьмем сейчас магию всю. Так, тыковка у нас есть. Ставим сюда еще Купидона. В принципе, это все равно будет не показатель. Давайте Купидона брать не будем. Возьмем тыкву. Это мой Анубис.
Так, тыква и анубис у нас будет. Так, придется сюда еще рогатку впилить. Такой вот вариант. На ком интересно посмотреть? Давайте посмотрим все-таки на вот этой подземке для начала, на которой я всегда тестирую. Ну, еще раз повторюсь, это реально очень сложный тест. Это надо на чем-то зависнуть конкретно и посмотреть уже стабильный урон. А на подземках, на этом всем вычислять эти проценты и смотреть секунды, это, честно говоря, не то. Так, ускоряемся, смотрим, что у нас будет тут Анубис сейчас выдавать. Называется, Анубис будет выдавать. Тестер еще тот. Тестер от бога. Так, смотрим так просто, что у нас получится. Ну, как видите, сейчас она останется, причем очень конкретно останется в подземке. Опять же, что я здесь тестирую? Вообще непонятно. Давайте просто саму ее запустим. Без смотрителя. Сейчас попробуем щиток врубить. Ну, с исцелением, во-первых, у нее увеличенное будет, причем конкретно исцеление, то есть восстановление и прочее. Так, 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 давай не дохни. Разгон, конечно, тут жесткий у нее. Ай, ну чё ты туда побежала, блин? Думаю, вы видели, что она сделала. Как думаете, можно пройти тыквой? Тыквой соло эту подземку? Я думаю, да. Сейчас я вам это покажу. Я надеюсь. Короче, тест превратился в прохождение подземки. Это будет жестко, ребят. Слабонервным просьба не смотреть. Самое главное не пропустить ее, когда она подбежит к героям. Вот. Ну чё ты опять вверх убежала? Да блин, ну. Посмотрите, куда Месса за ней побежал. Она, если по одному, она их пораздает. Если будет всех вместе бить, нифига. А вот по одному может пораздавать. Сейчас, ребят, я уже просто как бы ради интереса посмотреть, сможет, не сможет. Я не хочу просто морозить, хочу чисто посмотреть, чтобы вы потом на повторке посмотрели, какой там урон. Там у них около 10 миллионов жизни. Конечно, пиромах нам тут мешает. Вот, ну, давай, 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 давай. Не знаю, вы там увидите, не увидите. Да блин, ну. Башни эти, конечно, там куча мин, и они просто ее тупо слили. Но я думаю, что все-таки она сможет это сделать. Должна. Видите, она быстро очень перемещается и получается у нас жопа полная. Давайте попробуем тут.
общем, что я могу сказать? То, что я вижу на сегодня, на сейчас. Исцеление все-таки топчик. Я уже потестирую на архидемоне, когда он будет. По поводу нового таланта, честно говоря, очень много вопросов у меня. Очень даже много вопросов. Вот видите, она просто бежит вперед. Так, ее там. Давай, давай, красавица. Да блин, очень много. Чуть-чуть не хватает. Очень много, как видите. Сейчас мы попробуем, знаете, что сделать? Обезвредить. Там есть у нас, по-моему, дырочки. В общем, исцеление реально, как по мне, это реально топ. Топ талантик для этого героя. Плюс водушка рунами пока что. Возможно, в дальнейшем будет наоборот. Так как воодушевление, если я не ошибаюсь, дает намного больше, а тут на героя стоит. Поэтому не вариант. Вариант только так сделать, конечно. Повытягивать все мины. Теперь за... Ай, магию не взял. Вот нук-то, а. Короче, видос получится длинным, но, думаю, для многих интересным. Все-таки я хочу добить подземку. Как видите, все-таки исцеление, мне кажется, быстрее. Сейчас мы обезвредим тотемы. Есть. Я надеюсь, сейчас мы уже наконец-то сможем затащить. Посмотрите, как она их просто эпически убивает. Блин, ну убивает, ну не знаю. Это надо, короче, тестить отдельно будет ради интереса. Пишите в комментах, если вы хотите увидеть этот трешечок, сможет ли она соло затащить. Но я думаю, что должна. Так. С этим вариантом мы как бы только что увидели. Давайте посмотрим еще разок на вот такой вот вариант. Сейчас пару заходов и уже дальше мы будем ждать или архидемона, или елейского босса, потому что варианты разные. Так, протестировать, так однозначно сказать, что да, это круто, это уже покажет архидемон. Такс, делаем все то же самое. Так, есть, с этим разобрались. Let's go. Во-первых, здесь уклонение типа плюс 25%. Но я уже вижу, что она уже не так разгоняется, как та. Совсем не так. Это очень заметно. Думаю, вы видите, что слили сейчас намного быстрее. То есть она не убила столько целей, сколько там могла успеть. В общем, нуба-тест получился, поэтому сори, ребят, но я для себя, честно говоря, увидел. Не знаю, или увидели вы, скажите по на замедленном уже, кто будет смотреть на замедленном повторе, как оно. Ну, для меня исцеление, по-моему, топчик. Этот талант раз в 2 секунды включается, в этом как бы вся загвоздка. И плюс исцеление от хил дает 130%. Вот на дефе она будет сейчас, думаю, тоже очень интересно. 8 рунами, блин, и там будет просто бешеный отхил. У героя просто не будет хватать. Не будет просто тупо хватать
урона, чтобы перекрыть этот хил. Кстати, надо будет Махатму с 8 исцелением потестировать. В общем, все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Напишите в комментах то, о чем я просил. Всем удачи, всем пока.